Представьте, поздний вечер, пустынный двор, женщина возвращается домой с новогоднего корпоратива. Одна. Так, конечно, быть может, если у вас, как у Марии Бехер, черный пояс по джиу-джитсу и 20 лет стажа занятий единоборствами. Если нет, в ход идут всякие хитрости. Есть один секретик – это неожиданность. Как правило, человек никогда не ждет, что хрупкая женщина может дать какой-то отпор, иначе бы он не атаковал. Уличный грабитель рассчитывает на скорость – рванул, толкнул, убежал. Поэтому любая неординарная реакция жертвы может ввести его в замешательство. Мария Петрова, например, когда у нее пытались вырвать сумку, стала на грабителей громко рычать. Это был какой-то грудной звук такой. Мужчины такого совсем не ожидали и решили не связываться. А вот инструктор по самообороне Александр Адодин уверен, лучшее, что может сделать женщина, сбить грабителя с толку и, воспользовавшись заминкой, убежать. Духи нужно вытащить заранее, допустим, положить в карман и в нужный момент ими воспользоваться, как газовый баллон. Как это работает? В одной руке сумка, в другой в кармане баллончик с духами, наготове, без колпачка. А это уже практически холодное оружие, связка ключей. Мы берем ключи, фиксируем их в руке острыми краями наружу, сжимаем хорошенько кулачок, убираем их в карман. При нападении достаете и размахиваете перед лицом грабителя. Важно не переборщить, напугали и бежать. Если, допустим, прихватил сзади, то вы можете воспользоваться своими каблуками. Удар болезненный, обидчику сразу станет не до вас. Никто не отменял и громкого крика, чтобы привлечь внимание прохожих. Но призывы «помогите», «убивают людей» могут испугать. А вот песня... Оксана Иванова шла с корпоратива в костюме Снегурочки, когда на нее напал грабитель. И еще не успела выйти из образа, поэтому громко запела. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых. Народ действительно стал подходить, и грабитель убежал ни с чем. Все эти способы простые по силу любой, даже очень хрупкой женщине, но имеют право они на жизнь только в том случае, если грабитель не вооружен. Заметили нож, пистолет, либо любое другое средство, которым он может нанести вам вред, постарайтесь бросить сумку в сторону. И как можно быстрее убежать, ведь самое ценное – это ваша жизнь. Наталья Ковалева, Константин Стручков, Юрий Тарабанов, Денис Демешин, Первый канал.